Мы на битюге. Поймался. Поймал первую плотвичку. Клюнул на опарыш. Глубина где-то около метра. Вот такая вот мелкая селедка тут клюет. Я даже не знаю, как ее назвать. Сабалики. Дергают постоянно. Но очень мелкие. Худые какие-то. Питания, наверное, не хватает. Мелкие сабали клюют постоянно. Кот у вас классный. Кот, говорю, у вас классный. Нет, это кошка. А, кошка? А кот не поедет. Кот ленивый. Он будет дом рыбу ждать. Это будет ездить целый день. Понятно. Иногда и выпрыгнет. Да? Потом глядишь, проплывет, и опять сюда. Ничего себе. Рыболовная кошка. Водюк рыбу отнимают. Ого. Не, ну сабали тут клюют вообще бесконечно. Жаль, больше ничего не клюет. Красноперка вообще не хочет браться. Ну, есть у меня одна идея. Вот туда вот в самые кусты залезть. Сейчас попробую. Сабаль, что он творит с поплавком? Это ужас. Они здесь какие-то мелкие. Ну да ну, сабаль покрупнее. А здесь они как будто какие-то не доедают. Но клюют бесконечно. Чуть поменьше глубину делаешь, вот творится. Сами видите, что. Ну вот. Да. В общем, плотву ждать бесполезно. Ой, будем ловить соболя. Ой, куда-то он исчез, по-моему. Сейчас. Вот такие вот маленькие собальки клюют и клюют, клюют и клюют. К сожалению, ничего крупнее не ловится. Ну, как всегда, наш друг собаль. Мелкий он здесь. А клюет постоянно. Камеру можно вообще не выключать. Стойку надо поставить и смотреть за этими поклевками. Бесконечно клюет. Но стойки у меня нет. Вот на большой глубине сколько стоит поплавок, даже никто и не дернул. Вот в таком вот роде. Только забрасываешь вот такие вот поклевки. Бесконечные поклевки. И снова комса. Что я с ними делать буду? Никто не знает. И еще одна комса. В общем, клев не прекращается. Клюет вот такая вот комса. И очень тут хорошо бьет щука, окунь. Но поймать мы их не можем, конечно. Блесна нужна. Хотя очень сомнительно, что они вообще будут клевать при таком количестве соболя. И еще одна комса. У нас тут рыба.